Электрический велосипед Слонг или Керанди. Легкий, складной, компактный, прекрасно подходит для езды в городских условиях. Прочная алюминиевая рама выдерживает нагрузку до 110 кг и имеет складной механизм рамы и руля, благодаря чему он занимает меньше места в багажнике автомобиля. Аккумулятор спрятан в середине рамы, его можно извлечь, разблокировав ключом и сложив велосипед пополам. Заряжать батарейку дома отдельно от велосипеда очень удобно. Амортизированная вилка в сочетании с небольшим диаметром колес в 20 дюймов делают этот велосипед маневренным, а два дисковых тормоза превосходно справляются со своей задачей даже на большой скорости. Стоит отметить установленные на этой модели литые диски. Они уменьшают коэффициент сопротивления воздуха и улучшают управляемость. Также у велосипеда имеется фара, электронный сигнал и велоэкран с индикатором заряда аккумулятора, плюс сигнализация со спецключом. Можно дистанционно включить велосипед и поехать без ключей. А если кто-то тронет байк в ваше отсутствие, он тревожно засигналит и привлечет к себе внимание окружающих. Если вам понравился обзор, ставьте лайк, а свои вопросы пишите внизу под видео. До новых встреч!